хлібний дар там, де твій дім. Ну, от, до речі, про те, що виїжджати з країни, то нещодавно, якщо не помиляюся, Financial Times писали, що там у високопосадовців почали забирати їхні паспорти, щоб вони, мабуть, не виїжджали за кордон. Але загалом про Путіна, а він боїться зради серед своїх? От, до прикладу, Шойгу, Герасимов, вони можуть домовитися із ЦРУ про ліквідацію диктатора? Путин больше всего боится, конечно же, предательства со стороны своих, потому что он прекрасно понимает, что вся эта лояльность, она до поры до времени. И поэтому Путин всегда вел такую политику «разделяй власть». Поэтому у него всегда, обратите внимание, несмотря на то, что Путин воюет, не может ничего там добиться на поле боя, но при этом все вокруг него, в окружении, воюют друг против друга. Ну вот Медведев против Мишустина, Пригожин против Медведева, Пригожина против Шойгу, ну и так далее. Путин это поощряет, потому что когда они друг друга мочат, извините за выражение, да, они друг друга делают слабыми. И Путин на их фоне всегда выглядит таким единственным и сильным. Поэтому он, конечно, опасается больше всего. Он делает все для того, чтобы элиты были монолитны, сплочены вокруг него. Поэтому и с паспортами история, да. У многих сейчас изъяли паспорта, у депутатов, федеральных, региональных, у многих сотрудников администрации президента, региональных администраций. То же самое. Хочешь выехать за рубеж, объясни, зачем тебе это надо, вон в ФСБ сходи, и тогда тебе, может быть, выдадут загранпаспорт, ну или дипломатический паспорт, в зависимости от статуса. Вот. Если ты не можешь объяснить, то не надо тебе выезжать никуда. А вдруг с тобой там будут разведчики общаться, а вдруг тебя будут вербовать. Потім, звісно, Путін цього боїться, я опасаюся. А що скажете про ось цей клуб розсержених патріотів, який створює Гіркін? Це вже початок чогось хорошого, чи як це трактувати? Це говорить о том, що вот это главное ядро путінської поддержки, это вот эти все ура-патріоти, сторонники Большой Империи, сторонники войны, они сегодня, ну, по сути, начинают уходить в оппозицию самому Путину. Поэтому они рассержены. Они рассержены тем, что Путин не может победить в Украине. Хотя пропаганда там на протяжении 10 лет рассказывала, что мы можем везде повторить, да, и даже в Вашингтоне, и даже там, где мы и не повторяли. Рассерженные патриоты рассержены, потому что видят коррупцию в армии и видят, что Министерство обороны не способно ни на что, да, в этих условиях, несмотря на огромные ресурсы, которые страна имеет. И это на самом деле головная боль для Путина. Почему? Потому что это единственный вот этот небольшой, пусть там 5-7, но максимум 10% населения России, которые действительно фанатики вот этого нового русского мира, новой русской империи, они от Путина потихонечку начинают отворачиваться. А они фанатики, это не те, с кем можно договориться, кого можно купить. Да, им бесполезно чего-то объяснять. И для Путина возникает новый внутриполитический такой челлендж, риск, что он может получить протесты не рассерженных интеллигентов, как это было в 2011 году, а рассерженных ура-патриотов, которые, если уж рассердятся, то могут не с белыми ленточками пойти против власти, а с чем-нибудь потяжелее. От, до речі, мені здається, що такі заяви, той самий Гіркін-Стрілков, він би не робив би це без погодження Кремля, ну тому що він уже один договорився, той татарський, так? Він критикував Міністерство оборони, критикував війну, і щось з ним трапилося. Але Стрілкова, ну, ніхто не збирається, мабуть, ліквідувати, і він собі спокійно може критикувати і Путіна самого. Це можна сказати, що без погодження ФСБ він би цього не робив, але якщо це погодження є, то значить таке ставлення і у керівництва цієї структури до Путіна? Смотрите, здесь очень ситуация следующая. Стрелков Гиркин, в отличие от Татарского и всех вот этих остальных, ну, слишком заметная фигура. И если он будет каким-то образом устранен своими спецслужбами, поскольку он сам все-таки имеет к спецслужбам отношение, информация может просочиться, куда-то уйти. И в условиях военных действий, когда критики неумелых военных действий вдруг будут репрессированы таким образом, это может привести к изменению настроений как раз среди россиян, потому что они поймут, кто это сделал, зачем это было сделано.
Потому что свалить там на украинские спецслужбы будет крайне сложно. Я думаю, что Гиркин это тоже прекрасно понимает. Поэтому сейчас его опасно ликвидировать. Но когда это все закончится, то он может превратиться в некую политическую фигуру, претендовать на какую-то политическую роль. И тогда у него могут начаться проблемы. Я думаю, что даже у него обязательно начнутся проблемы, потому что он этой власти совершенно не нужен. Он фанатик, да, а им нужны не фанатики, им нужны лояльные люди, которые готовы будут за бабки изменить позицію в любой момент. Пане Дмитре, якщо подивитися зараз російське телебачення, то можна помітити, як головні рупори Кремля почали говорити, що начебто щось іде не так. І вони вже так подейкують, що і цар їхній, можливо, робить не ті справи. А як ви вважаєте, чи настане ось той момент, коли рупори Москви на весь голос скажуть, що це все Путін почав і він в усьому винен? Чи вони не зможуть цього сказати в прямому ефірі? Ну, вообще, все эти пропагандисты, здесь есть одно отличие пропагандистов от военных преступников, потому что они все-таки непосредственно с общественным мнением работают, и они очень хорошо улавливают изменения настроения в этом общественном мнении. Поэтому, да, они пока не могут, не иметь никакой свободы, но если вдруг ситуация будет резко меняться, если Путин будет терять популярность, если будут происходить какие-то события типа военного поражения, да, и состоится раскол элит, то там вообще будет сложно чего-либо контролировать. Они могут говорить все, что угодно. Да. Одни переметнутся на одну сторону, другие на другую сторону, я имею в виду, когда раскол элит начнется. И тогда будет война всех против всех, которая не будет никем контролировать. Вот. Так что сейчас их какое-то там поведение предсказать сложно, потому что все выжидают, а чем закончится война, да? То есть все сейчас ожидают контрнаступления украинской армии, понимая, если вдруг оно удастся, то это радикально поменяет обстановку внутри России. Поэтому и даже видно во многих выступлениях российских пропагандистов, что они именно этого и опасаются. Опасаются контрнаступления и успехов российской армии. У мене здається враження, що вони навпаки зараз готують населення до поразки і до капітуляції, бо вони так говорять, що не потрібно недооцінювати Україну. І це, звісно, нас тільки тішить.